Всем огромный привет! Зачастила я в этом месяце в фикс прайс. Вчера ходила, сегодня снова попала в него. Но попала я не просто так. Я вчера показывала контейнер. Сейчас я покажу точно такой же, но свой. Вчера показывала в покупках вот такой контейнер, и он у меня был с браком. Сегодня пошла его менять. Брак состоял в том, что вот этот вот, как называется, ну вот, выпуклость сама, чтобы паз в него попадал, она отсутствовала. Я зашла в магазин поменять, мне сказали можно. И вы знаете, оказалось, что они почти, ну, у многих, по крайней мере, уже надломанные. И они есть. Я, видимо, когда покупала, он еще был, но когда первый раз закрываешь и пытаешься открыть, он отваливается. Вот, с моим такого не происходит, видите? Мой остается. Ну и поэтому такой контейнер я решила поменять и попросила их поменять на другой. Взяла я на замену вот такой. Он тоже удобен, потому что, ну, во-первых, открывается более удобным способом, две защелки. И у него тоже есть вот эти пазы, чтобы бусины, мелкие предметы, не высыпались. При закрытом виде они не будут высыпаться. Вот как здесь, видите, я наклоняю, и ничего не пересыпается из отдела в отдел. Простите, что гремлю, но я думаю, это интересно. Такие, как я уже вчера говорила, контейнер для мелочей. Они в четырех, кажется, цветах. Красный, синий, серый, черный. Ну, по крайней мере, это цвета, которые я запомнила. Все, ну понятно, контейнер я поменять-то поменяла, но разве ж можно выйти из магазина, ничего не купив? Думаю, ну надо сахар купить домой все равно. Сахар нужен. И взяла вот такой сахарный песок, 1 килограмм, ну 50 рублей, иногда и по 46 можно найти в магазинах, но там 800-900 грамм может быть. Ну поэтому я подумала, 50 рублей нормально, тем более нужен. Из еды я взяла хлебцы хрустящие с луком. Мы с Максимкой сейчас пытаемся сидеть на диете. Ой, ему это сложнее дается, но от хлеба, по крайней мере, он практически отказался. Ну, иногда черный хлеб он с супчиком может поесть, но вот белый, вот такой вот все пока табу. Из еды купила впервые вот эти шоколадные конфетки, они в форме сердечек. Было время, девчонки их часто показывали в покупках, я все облизывалась. Но тут думаю, ладно, куплю, иногда можно. Диета, она у нас не настолько строгая, поэтому иногда можно. Следующее. Последнее время Максимка стал замораживать лед, но он это делает в пластиковых, в простых стаканчиках. А тут я увидела вот такую мороженницу. В ней можно как мороженое делать. Набор для форм с палочками. 4 штучки. Вот я думаю, ему будет тут интересно и вот эти вот соки делать замороженные. И может будет мороженое делать. Ну, посмотрим. По крайней мере, просил он у меня такие формочки, но я их не видела долго. А сегодня увидела. Думаю, надо брать. Салфетки. Взяла вот такую пачку салфеток. А, кстати, хлебцы 16,60. Кажется, такая цена была. Все остальное 50 рублей. Вот такие салфетки. Они у нас уже были как-то. Очень вкусно пахнет. Действительно, цитрусом пахнут. В двух видах они были. Эти универсальные, легкая, быстрая уборка и придает блеск, написано. А в темно-синей пачке тоже эфиры цитрусовых, также написано. Тут написано, подходит для любых поверхностей. А вот тут написано, что там написано, не оставляет разводов. Вот. Не знаю, чем они друг от друга отличаются, но решила все-таки вам об этом сказать. Салфетки хорошие. В прошлый раз, когда я покупала, вот эту штучку забыли тут пробить, и я сама надрезала ножницами вот эту, ну, как сказать, дырочку-то. Вот, далее. Салфетки за 10 рублей в сумочку взяла. 15 салфеток детские, ну, нормальные, по 10 рублей, очень выгодно. Взяла клейкие стержни очередные, постоянно беру именно фикс прайс, это самая выгодная цена, потому что они и по размеру достаточно длинные, 20 сантиметров, и тут 10 штук, получается 5 рублей штучка, ну это выгодно. Заколки, когда делаю, или там к игрушкам что-то надо приклеить, это все я делаю горячим пистолетом.
Так, еще взяла Максимки вот около дома бегать. Он постоянно потеет в кепках, но тем не менее их надо обязательно, ну, чтобы на голове что-то было, потому что он, ну, голова детская в любом случае еще, поэтому прикрываем. А когда потеет, разводы получаются, и кепки постоянно в стирке. Вот, и поэтому их надо много, чтобы было. За день он бывает по 2-3 сбросит, и следующую хватает. И потом, если подойдет, ну, вот так вот у дома бегать, гулять, пусть будет такая кепочка. 50 рублей нормальная цена. Так положить, чтобы она вам улыбалась. О, улыбается. Ну, глаз вернем. У меня люди Эйвон ждут, а я тут кепкам глаза поправляю. Ну и последнее, то, что меня всех больше впечатлило в моем заказе, это вот такая вот замечательная мыльница, можно, конечно, сказать, но это не мыльница, это подставка с пластиковой мочалкой для посуды. Вот такой вот крабик, симпатичный, с глазками, оранжевый. Там были еще лимончики, типа виноградной гроздочки. Что-то. И еще какой-то был. Вот этот крабик был один, но когда что-то последнее, одно, ну как это не взять? Это же, конечно, надо взять. В общем, у нас Степа все эти губки выкидывает. Мы их прячем высоко. Если не получится на раковине в ванной, тогда я эту вот штучку поставлю у себя на раковине на кухне, если не получится, вот так правильно, то я тогда ее поставлю в ванной и буду здесь хранить свои щеточки для лица. Тоже очень удобно. Она керамическая, поэтому большая, вот это вот отверстие само большое, и поэтому не будет там ни сыреть, ничего. Я думаю, вот для такого дела. Ну, а если Степа позволит все-таки на кухне держать на месте губочку, то будет вот так на кухне. Ну, там посмотрим. В общем, хорошая штука. Мне она очень понравилась. Симпатичная. Это вот крабик, ракушечка. Вот. Все. С фикс-прайсом все. И уже сейчас следующие ролики будут друг за дружкой выходить, потому что мне еще есть что вам показать. Покупок было много и заказов было много. Поэтому далеко с канала не уходите. Оставайтесь со мной. И приятного еще просмотра. Всем пока!